Ой, блин, рожу не могу. В общем, я по поводу интервью Путина этому Карсону, малыш и Карсон, да, новая серия, новые приключения малыша и Карсона. Не собирался я, конечно, смотреть это интервью, но этот Ивана Яковина глянул, он настолько смешно это описывает, ну это как будто там стендап-комик какой-то выступал. Думаю, надо все-таки глянуть хотя бы хоть что-то. Я начал смотреть, сейчас секунд 30 просмотрел и не смог. Меня до слез начало меня высмеивать. Потому что я вспомнил сразу, когда он начал говорить. В 862 году новгородцы, Рюриковичи, князь, дружина. И меня как пробило на неуловимые мстители. Вот этот фрагмент тебе говорит, тянет время и рассказывает о том, что... Я сейчас вкратце вам расскажу. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, Иуда родил. И смотрю, там 2 часа интервью, блин. Йохан и Бабай. Что, правда? Я не знаю. Я, наверное, не заставлю себя 2 часа смотреть. Я на удвоенной скорости смотрю. Но это, по-моему, слишком безалаберное распоряжение своими ресурсами временными. Это просто капец. Боже, это старый дед Пердун, гном, блин, нафиг, я не знаю, плешивый, времен Брежнева, блин, уже помершего. Сидит, рассказывает человеку, это ужасно, это ужасно. Я в 15-м году написал, да, Россия будет первой страной мира, которую съела моль. Но, блин, сейчас это и комично, и трагично. Ой, малыш и Карсон, а где там у нас Фрекенбок? В каком ухе у вас жужжит?